Дим, ну поделись своими впечатлениями о прошедшем матче. Прошедший матч, я считаю, был ровным по игре. По нокалу было очень интересно. Все били, старались. Просто если бы не этот обидный гол на последней секунде первого тайма, я думаю, мог бы выиграть. Какие-то особые были чувства перед матчем? Все-таки бывшая твоя команда? Ну да, вдвойне, может быть, был настрой, по сути. Но так, я считаю, что просто игра была за... С лидером, два лидера играли, только настрой был. Часто удается забивать бывшим клубом? Нет, не часто. Ну, толку-то, что я забил. Дим, ну что, одно очко осталось у нас от преимущества. Что, какой настрой на Выксу и какой настрой на дальнейший турнирный путь наш? Будем продолжать выигрывать. Я думаю, ничего страшного не случилось. Все равно у нас пока что не обошли. Я думаю, что не обойдут. Не та команда, которая сильнее нас. Нет таких команд. Спасибо.